Всем привет! Хочу просить прощения, что я так долго не выпускала видео. Просто мы переезжаем. Осталось только разобрать вещи. Поэтому видео на следующей неделе будет выходить уже максимально часто. Спасибо за терпение. Ну и меньше разговоров, поехали смотреть видос. Да. Да, Лизка, не парься. Спишем мы эту математику, не переживай. Давай, увидимся завтра в школе. Пока. Мам! Что за мешки? Я не понимала, что происходит. Комната была пустой. Стояли какие-то странные мешки. Что? Куда подевались все вещи? Мам? Да я вам говорю. Да не перебивайте, послушайте. Давайте мы просто сдадим ее в детдом. И проблем не будет. Я вам точно говорю, это отличный... Я перезвоню. Привет, доча. Мам, что происходит? Почему столько пакетов в прихожей? Ха, почему нет вещей в шкафу? Кого ты собралась сдавать в детдом? Ха, ты стала задавать много вопросов. Умнее, что ли? В общем, доча, я тебе объясню, ладно. Все дело в том, доча, что мы переезжаем. Не может быть. Твой отец устроился на работу, и мы решили взять ипотеку. Купили новую квартиру. Значит, можно идти смотреть новую квартиру. Да что ты? Квартиру она захотела смотреть. А вещи? Вещи сами себя не перевезут. Сначала нужно перенести вещи. Ну хорошо. Вот перенесешь Мишины игрушки, тогда и пойдем смотреть квартиру. Я перенесла хлам малого. Мама сказала, чтобы я еще перенесла палас. Я перенесла палас в машину отца. Я отнесла палас. Пойдем смотреть квартиру. Ага, да. Пока. Ой, знаешь, доча, уже слишком поздно. Я что-то так устала, весь день переезд. Давай завтра пойдем смотреть квартиру, хорошо? На следующий день мама все-таки показала мне квартиру. Она мне очень понравилась. Ну, доча, добро пожаловать в Эндохаус. Я пошла искать свою комнату. Зашла в первую попавшуюся. Вау! Я буду жить в этой комнате! Доча, ну вообще-то, это моя комната. Сказала окей, пошла искать другую комнату. Зашла в зал, там стоял шикарный диван. Сказала, что буду жить здесь. Малой сказал нет, он уже занял эту комнату. Туалет занял отец. Мам, все это, конечно, весело, круто. Ха, а где моя комната? Видишь ли, дочь, тут такое дело? Когда мы брали эту квартиру, мы забыли, что у нас есть дочь. То есть, комнаты для тебя здесь нет. Зашибись. А знаете, меня не волнует. Я буду жить в той комнате. Мама сказала, я не буду жить в ее комнате. Отец тоже сказал, что не буду жить. Решили бороться за комнату. С помощью камень, ножницы, бумага. Выиграла я. Отец сказал еще раз. Выиграла я. Отец сказал еще. Я еще выиграла. Решено. Комната отца. Как так? Ведь я же выиграла. В этой семье все не по-честному. Алло, подруга. Ты опять чем-то недовольна. Твои родители купили квартиру. Ты должна радоваться. Ты же круто, подруга. Лизка, потому что квартира полная. Отстой. Я хочу назад, туда, в свою старую. Ты не понимаешь, у меня нет здесь своей комнаты. Лизка, я живу в ванной. Ну да, ну да. Это, конечно, капец. Нет, Лизка, решено. Сегодня я отсюда свалю назад в свою квартиру. Хорошо, иди туда, я сейчас к тебе приду. Угу, жди меня там, подруга. Я встала, упала, перепутала подъезды. Поняла, что хватит. Вернусь назад в свою квартиру. Возьму только свои вещи. Вот только где мои вещи? Кругом одни мешки. Возьму эту сумку. По-любому здесь мои вещи. Подошла к маме. О, доча, ты очень вовремя. Сейчас к нам придут знакомиться соседи. Скорее убирай со стола. Это, конечно, круто, но я не собираюсь развлекать твоих гостей. Я решила, что я ухожу, раз у меня не цель. Но тут к нам в квартиру зашел Олег. Олег? Привет. А ты что, наш сосед? По которому я сохла в школе 3 года. Это, оказывается, и был наш сосед. А в принципе, эта квартира не такая уж плохая. Поживу в ванной. Вдруг у меня из сумки выпали таблетки. Олег поднял. Сказал, что написано от запора. Да это не моя сумка, я просто взяла там...
Сумка была и впрямь не моя. Она была отца. Но он сознаваться не стал. Посмеялся надо мной. Вот это подстава. Ситуация. Так себе. Ха! Упал стул. Заново. Эй, подождите, еще не все. Но если вам понравилось это видео, вы поставите пальчик вверх, потому что я безумно старалась. А снимать видео, когда вещи еще не разобраны, не так уж легко. Спасибо вам за просмотр, я вас каждого люблю, обнимаю. Увидимся, пока.